Всем привет! Посылка с Алиэкспресс. Покупал часы товарищу. Сейчас мы откроем, посмотрим на них. Так, здесь больше ничего. И так это упаковано неплохо. Такие довольно массивные, но они не сказать, что тяжелые, просто они такие ощущаются, довольно крупные. Здесь бирочка фирменная, это часы фирмы Skimei китайской, неплохая фирма, в общем, они качественно делают. Так, здесь у нас подсветку я попробую показать, но вряд ли. Что-то на камеру можно сейчас увидеть. То есть светятся непосредственно сами цифры. Здесь секундомер, будильник, установки и сам дисплей стандартный. Подсветка, кнопочка здесь, ну и дополнительно для секундомера там кнопки старт, стоп, сброс и так далее. Здесь гравировка, фоторезист 5 атмосфер, Skimei, наклеечка, ну в общем все стандартно, с виду в принципе неплохие вроде бы часы, такие довольно крупные они, конечно. Великоваты, как по мне. Вот, ну, посмотрим, как они будут носиться. Вполне реально, что здесь есть защита от воды. Ну, так как они не за $1 куплены. Цена им была на момент покупки, по-моему, 6, там около $7. Обычная на них цена 8-9, в общем, до $10 она доходит. Ну, на вид приятный, в общем, сделано неплохо, вполне приличные часы. Единственное, конечно, по мне, это габариты крупноваты. Ссылка внизу, кому интересно, смотрите. Всем пока.